куда-то далеко, неизвестно куда, и в итоге туда, куда я так и не наступила. Коммунизма так и не сошла. А, коммунизм. Вместо этого снова откатились капитализм. Это про прекрасное далеко у них. Да, следующее. Это вокруг песни. Еще такая мелочь, казалось бы, но там что-то, клянусь, кляться вообще, это очень такое опасное. Даже по христианским канонам. А не клянитесь ничем, что на небе. Да, нужно стараться не кляться ни в каких ситуациях, потому что это однокоренное, там, проклясть, заклясть и все вот это. Вот я даже с логической точки зрения тут соглашусь, что, типа, зачем клясться, потому что... Тем более, как бы, никакой вынужденности даже нету, то есть сам себе человек придумал прекрасное далекое и решил туда что-то его опасаться и клясться там чему-то. То есть есть здоровое, конечно, что мотивирует, как бы, да, то есть быть лучше, там, работать, делать что-то для завтра, там, да, вот эти все, ну, такие коммунистические довольно-таки идеалы. Большое количество конструктивных идей, там, каких-то толковых. Но они перемешаны вот так вот хитро с всякими не очень здоровыми. Ну, хороший разбор. Единственное, что вот про жестокость мне тоже было непонятно, да, а как бы, ну, когда в те времена слушал, потому что, а как оно, каким боком оно жестоким, так к нему может быть, оно же такое, типа, ну, оно же прекрасное, да. Как оно его может навредить, оно же в принципе там. А вот так и было, то есть такие идеалы вот такие вот строгие и суровые, что вот им соответствовать очень тяжело. Это примерно как христианство, то есть столько нагружает заповеди и требований, что при всем желании полностью им соответствовать не получится. А потом начинает гнобить, что ты им не соответствуешь там, тут и еще вот тут. Получается очень какая-то садюжная система, да, которая людей не очень сильных, она задавливает еще глубже, чем мы. Если к этому они относиться... достаточно сильные, они, мне кажется, неразумно. Если к этому относиться неразумно, то получается, это религиозная система, которая, казалось бы, должна способствовать тому, что люди лучше становились, она способствует тому, что люди все более греховны, она прочувствует, загоняет лучше, чем наоборот. То есть это удобно для управления, но с точки зрения воспитания человека более нравственного и духовного, это работает с точки зрения наоборот. Работает как-то в Бог, мне кажется. Ну или в Бог. То есть это хороший это, инструмент для манипулирования. Закипело, по-моему, судя по бульканью. Не только вот Извини. С этими как бы, самыми верхушками власти, а просто, в принципе, на любом уровне, даже какой-нибудь там маленький хозяйчик, директор какой-нибудь фирмочки маленькой по производству там ящиков деревянных, он, пользуясь такими инструментами, может своих работников в хвост требует строить еще вот на уровне. Верхушка иерархия, она больше получает обычно, они ее больше отдают, но все равно все отстегивают этой системе. Так, давайте-ка вот я сейчас эту песню.